Привет, друзья! Сегодня я с вами хотела бы обсудить вот такую новость, которая облетела все социальные сети за последнюю неделю. Русских детей выгоняют из испанских университетов. Спасите, помогите, правительство России, господин Путин, помогите спасти наших детей. Давайте разберемся, что же все-таки случилось и почему кошмарят наших русских детей в испанских университетах. И давайте вернемся к самому началу этой истории. В 2017 году некоторая мадам Н, извините, но имена я называть не могу, якобы доктор наук решила открыть в Испании для русских русскую школу. Якобы эта мадам Н зарегистрировала эту школу в Министерство образования России. Но при этом не зарегистрировала свою фирму в России, и налогов она там не платит. Открыта эта русская школа была на территории Испании, причем юридический адрес школы по месту проживания этой мадам Н, а не по месту нахождения школы. И эта школа, естественно, ни в одном реестре образования Министерства образования Испании не зарегистрирована. То есть никакого разрешения на работу школы на территории Испании она не получала. И получается, что все родители, которые отдали в эту школу своих детей, они отдали ее просто в нелегальную школу. Теперь, когда дети якобы закончили эту школу, получили аттестаты, которые от руки просто сама от себя эта мадам Н нарисовала, и нигде эти аттестаты, они не зарегистрированы ни в Министерстве образования Испании, ни в Министерстве образования России. Я не знаю, каким макаром дети умудрились поступить в университеты Испании с этими дипломами, аттестатами, извиняюсь. Вот. Но теперь, когда пара вступительных экзаменов как бы прошла, начали рассматривать более подробно документы детей, выяснилось, что дети школу-то не закончили. Почему не закончили? Ну, потому что нет такой школы, она нигде не значится. То есть, ну, практически дети могли с таким же успехом абсолютно учиться дома, и потом папы с мамами нарисовать им от руки эти аттестаты, и с этими аттестатами дети почему-то должны на общих основаниях поступить в университет Испании. А с какой радости? Господа, вы когда приезжаете на ПМЖ, а в данном случае мы говорим о ПМЖ, раз дети закончили сначала школу, а потом поступили в университет, да, то есть я так полагаю, что родители приехали этих детей сюда надолго. Так вот, если вы, родители, приехали на ПМЖ, и даже если вы сами не хотите учить испанский язык, даже если вы сами не хотите социализироваться в той стране, в которую вы приехали, а жить своим каким-то узким русскоязычным миром, но дайте, пожалуйста, своим детям возможность быть полноценными, полноправными гражданами этой страны, а не иммигрантами во втором поколении. Но где, как не в школе, дети лучше всего могут социализироваться. Только ведь со своими сверстниками из местного населения, да, с мальчишками, девчонками, испанцами, они могут познать и местные привычки, и местную культуру, полностью войти в ритм, в быт Испании, выучить язык так, что уже там, через 3 года они могут называть себя билингвами. А если же они будут посещать школу, русскую школу с понедельника по пятницу, только русскую, в семье с мамой, с папой говорить на русском, где они выучат испанский язык? На факультативе? Ну, выучат они его на факультативе, но сами понимаете, какой это будет уровень, потому что язык нужно постоянно поддерживать, его нужно постоянно развивать. Язык тоже он не стоит на месте, да, каждый год какие-то могут слова уходить, какие-то новые приходят, афоризмы и так далее. Ничего этого факультативно 2 раза в неделю изучить нельзя. Дайте же своим детям шанс стать полноправными членами той страны, в которую они приехали. Иначе я не понимаю вообще, для чего такая была иммиграция. Вы в России
нарушали, привыкли нарушать законы и приехали в Испанию непонятно для чего, чтобы жить той же самой жизнью, которые жили в России, тоже так же нарушая законы. Для чего? Вот честно, этого не могу понять. Мне абсолютно не жалко этих родителей, которые мало того, что отдали в нелегальную школу своих детей, как они пишут, они там за учебу платили порядка 500 евро в месяц, не в год, в месяц. Это вообще для Испании какие-то нереальные цифры, когда здесь в школах образование бесплатное, в школу берут всех, даже нелегалов, в школу берут детей, которые абсолютно не знают испанский язык, и им выделяют дополнительно учителей испанского языка, которые с ними занимаются после уроков, чтобы эти дети не отставали и чувствовали себя полноправно в своих классах и не подвергались буллингу только из-за того, что они не знают испанский язык. Здесь делается все, чтобы детям, не только местным, но и мигрантам, было комфортно, училось комфортно. Окей, эта новость дошла уже даже до этого скандального издания Life.ru, где очень любят жареное что-нибудь преподнести, и там заголовок вообще: «Детей лишают возможности знать историю Великой Отечественной войны и говорить на языке Пушкина». Господа, абсолютно в любом крупном городе за пределами России, где есть большие российские общины, есть воскресные русские школы. Кто вам мешает отдать своих детей на выходные в эти школы, чтобы они и русский язык поддерживали, изучали русскую литературу, изучали русскую историю? Ведь абсолютно никто не против того, чтобы помнить свои корни, чтобы знать свою литературу, свою культуру, свою историю. Ради бога, для этого есть воскресные школы, для этого есть родители, для этого есть книги. Абсолютно не знаю, сколько информации в интернете можно найти на ютубе. Ради бога, даже, как говорят, здесь в Испании никто не знает, кто победил в Великой Отечественной войне. А вы в России живущие очень много знаете о гражданской войне в Испании 36-39 года. Почему испанцы должны знать? Испанцы знают, кто победил во Второй мировой войне. Прекрасно они говорят, что это Советский Союз. Каждый год, конец апреля, начало мая, на испанском телевидении показывают очень много, просто нереально много и документальных программ, и художественных фильмах о Второй мировой войне, в которой победил Советский Союз, а не то, как некоторые говорят, что там все в Европе говорят, что Америка победила во Второй мировой войне. Нет, ничего подобного. Испанцы прекрасно знают, что именно Советский Союз победил во Второй мировой войне. Это то образование, которое вы можете дать факультативно своим детям. Еще одно мнение, то, что это наше вседержавный наш шовинизм, что российское образование, оно лучшее в мире. Вы серьезно? А почему тогда ни один российский диплом не признается на территории Европы, в США, там, в других странах? Только потому что боятся конкуренции? Я вас умоляю. У меня сын в России закончил институт, ну, по курсу там айтишников, я там особо в этом не разбираюсь, мое дело было платить за учебу, вот, я его особо не контролировала. Так вот, когда он приехал сюда, в Испанию, естественно, у него вся тусовка среди испанцев, она была среди тех, кто учится в местных испанских университетах по той же самой специальности. Так вот, он мне говорил, то, что он учил в России на пятом курсе университета, здесь в Испании учат на первом курсе. И не просто учат, а здесь дети вообще их, ну, те, кто уже в университетах учат, их оторвать от учебы невозможно. С понедельника по пятницу они 24 часа в сутки полностью в изучении тех дисциплин, которые они выбрали, и расслабиться могут только на выходные. То же самое в школе. Да, здесь в испанских школах никто над вашими детьми не стоит там с плетками, там не вызывает родителей на родительское собрание, где при всех будут вас отчитывать, вашего ребенка и так далее.
в Испании просто уважают личность как ребенка, так и родителей. Поэтому здесь более бережное отношение к детям со стороны учителей, уважительное отношение. У меня вот был случай, когда я со своей подругой пошла в школу, ее вот вызвали там после уроков, чтобы поговорить о том, как учится его сын, что есть там какие-то проблемы. И вот она как-то так все это аккуратно говорила, со стороны заходит. Я говорю, ну вы напрямую скажите, парень просто ленивый. Учительницы такие глаза были. Нет, что вы, как вы можете это говорить? Нельзя так говорить про детей. Просто реально слово «ленивый» по отношению к ребенку, который там что-то недоучил, сказать нельзя, запрещено. Детей хвалить нужно, их нужно стимулировать к учебе не тем, что ты долбоеб и что-то там не выучил сегодня, вчера, позавчера, а тем, что ты лучший, ты это должен, ты это можешь знать, если откроешь учебник и выучишь. Да, вот подход абсолютно разный. Здесь нету концлагерей в школах. Блин, я в школе училась и отличницей была, и то помню на уроке физики от училки получила деревянной указкой по башке, так что у меня искры из глаз высыпались. Не помню, что-то я куда-то не тот контакт, не так что-то поняла, присоединила. И вот, ну вы хотите такого отношения к вашим детям? Ну окей, тогда да, будет вот эта русская школа, которая никак не аккредитована в Испании. Если вы считаете, что русское образование, оно лучшее, ну вот теперь получаете результат, собираете урожай. Вот, к чему я это все? Ну, я это все к тому, что если уж вы решили на эмиграцию, так эмигрируйте полностью, эмигрируйте свой менталитет, эмигрируйте сами и своих детей. И не надо выдумывать велосипедов на треугольных колесах. Всем пока-пока и всем успешной и продуманной эмиграции. С вами была Елена Вивас, и вот я. Этот репортажик вырвалась сегодня в Сан-Себастьян. Смотрите, какая у меня здесь красота. Ветер, правда, сильный, на голове у меня уже дурдом, но неважно, я просто наслаждаюсь сегодня своим Сан-Себастьяном любимым.